Дэмьон Райс, Кембридж, Ирландия. Ирландский автор и исполнитель песен, выступает в жанре фолк. Биография. Ранняя карьера. Райс был участником рок-группы Juniper, выпустив в Ирландии синглы «The World Is Dead» и «Waterman». Группа собиралась записать свой первый альбом, но, рассорившись с лейблом, Райс покинул группу и занялся сольной карьерой. Позже Juniper сменила название на Bell X1. После ухода из коллектива, Райс отправился в Италию и странствовал по Европе, пока не собрал достаточное количество денег, чтобы возобновить концертную деятельность в Ирландии. Постоянными членами его новой группы стали виолончелистка Вивьен Лонг, перкуссионист Томас Сандер и басист Шейн Фитцсимонес. Второй вокалисткой стала Лиза Ханиган. Ханиган, Фитцсимонес и Сандер покинули группу в 2007-м. Широкий успех. Благодаря своему родственнику, продюсеру Дэвиду Арнольду, Райс смог записать дебютный альбом «О», выпущенный в 2003-м. «О», посвящен ирландскому музыканту Мику Кристоферу. Альбом имел большой успех и завоевал шарт-лист Music Prize. 3 годами позже, вслед за коммерческим успехом «О» в Ирландии и по всему миру, Райс выпустил второй студийный альбом. 9. Альбом был записан в 2004-2005 годах, выпущен 3 ноября 2006 года в Ирландии, 6 ноября в Европе и 14 ноября в Северной Америке. Райс также записал одну из старых песен Juniper, «Cross Yet Beer», для одного из благотворительных альбомов War Child в популярной культуре. Песни Райса звучат в саундтреках ко многим фильмам и телесериалам: «The Blowers Dotir» в фильме «Близость» и телесериале «Кости», «Ултот» в фильмах «Девушка из кафе», «Я, Дэвид, останься», «Маленькие секреты» и в телесериале «Скорая помощь», «Конан Буоль» в фильме «В хорошей компании» и телесериалах «Оуси», «Спринг Волт» и «Кости», «Деликейт» в телесериалах «Остаться в живых», «Шпионка», «Доктор Хаус», «Неприкаянные», «Отбросы» и в фильме «Дорогой Фрэнки», «Алдерчес» в телесериале «Иерихон», «Девять Кримс» в телесериалах «Анатомия страсти», «Настоящая кровь» и «Иерихон» и мультфильме «Шрек 3», «Грейрум» в телесериалах «Холм одного дерева», «Мыслить как преступник» и «Доктор Хаус», «Ами» в телесериале «CSI Нью-Йорк». Благотворительная деятельность. Райс участвовал в освободительной кампании бирманской компании США, имеющих цель освобождения бирманского демократического лидера Аун Сан Су Чжи, которая в настоящий момент находится под домашним арестом. В благотворительных целях Райс и Хениган записали песню под названием «Юн Плэ Эт Риана», которую исполнили на концерте, посвященном Нобелевской премии мира в Осло в 2006 году. Помимо этого, на официальном сайте певца содержатся ссылки на неправительственные благотворительные организации. В 2008 году Райс принял участие в записи альбома под названием «Songs for Tibet», который призван поддержать Тибет, Далай-ламу Тензина Гамчх и привлечь внимание к тибетскому конфликту. Альбом распространяется посредством iTunes с 5 августа и с 19 августа находится в свободной продаже по всему миру. Дискография. Альбомы: «О», Великобритания, решетка 8, трижды платиновый, США, решетка 114, золотой, IFPI, платиновый, по всему миру, 2 миллиона, B-Sides, Великобритания, решетка 143.9, Великобритания, решетка 4, золотой, США, решетка 22, без сертификата, по всему миру, 882,575 Life at Fingerprint as Worth Amp All, Life from the Union Chapel, Великобритания, решетка 179, Me Favorite Faded Fantasy.